В оздоровительно-молодежном лагере «Елочка» сегодня боевая готовность номер один. В лагере все готово для приема детей. Лагерь один из первых включается в этом году в программу летней оздоровительной кампании. Первые смены назначены на 29 мая. За неделю до старта летнего сезона в лагере бесконечные проверки. Главное – обеспечить безопасность детей. После трагедии в Казанской гимназии ввели новые требования. Рабочее место охранника теперь должно быть оборудовано тревожной кнопкой, а на всей территории вестись круглосуточное видеонаблюдение. У нас, значит, захват территории тут был. Ага. То есть она... Она как раз обзор, детская площадка, столовая. Ага. Есть на столовой с краю стоит, вот с той стороны. Есть на складе. Кроме того, по новым требованиям безопасности детские лагеря и базы отдыха разделят на 4 категории в зависимости от количества отдыхающих, смену, технической оснащенности. Для каждой разработают специальный комплекс мер. Присуждать категории будут экспертные комиссии. Это категорирование будет в определенное время проведено. Сейчас каждый лагерь готовит паспорт безопасности. В зависимости от этого будет понятно, достаточно на данный момент видеокамер, например, хотя лагеря сейчас ими обеспечены, но все в разном количестве. Сказать, что по требованиям новым наши лагеря абсолютно не готовы, такого нет. То есть видеокамеры есть, тревожные кнопки есть. Что касается санитарных правил, в этом году они не изменились. Как и в прошлом, сохранятся повышенные санэпидтребования. Зато отдыхающих школьников станет больше. В этом году загруженность в лагерях 75% против прошлогодних 50%. Для родителей вход на территорию тоже пока ограничат, но взрослым есть чему порадоваться. 50% от полной стоимости путевки им вернут. Это условие федеральной программы КЖБ. Путевки на первую смену уже все раскуплены. Ждем сегодняшнего совещания у вице-премьера, какие, соответственно, механизмы по кэшбэку вот на первую смену, может быть, будут предложены дополнительно. А так у нас 18 лагерей заявились, из них 4 уже участвуют в этом процессе. Всего в Удмуртии этим летом для школьников откроют 585 лагерей – загородных, пришкольных, трудовых. Массовая оздоровительная кампания в республике стартует 1 июня. Елена Обуховская, Юрий Егоров. Новости.